тонн помидор, 60 тонн капусты, восьмерки. Как ты? 3 рубля 25 копеек, гражданин. Получите квитанцию. Следующий. Люблю скучаю. 2,50. Напишите обратный адрес, гражданин. Следующий. Будьте любезны, бланк. Одну минуточку, пожалуйста. Марочку, дайте, пожалуйста. Марочка. Одеться. Костя, дайте кондитерскую фабрику. Да не вы мне нужна фабрика. Остряк, самоучка. Машенька, разбирай 300 рублей. А телеграмма не опоздает? Не беспокойтесь, товарищ, ваша телеграмма будет доставлена вовремя. Верочка, следующий. Срочный, пожалуйста. Срочный. Девочки, Годя берет меня под руку. Взял под руку и говорит: Клава! Ну? Ну и больше ничего не сказал. А потом осветил балканский вопрос, заговорил. Ой, Клава! Это мужчина, который 6 месяцев только освещает какие-то вопросы. А что? Я как раз вот люблю говорить о серьезном. И ты знаешь мои установки. Годя очень хороший, только... Робкий. Так расшевели его. Ну, скажи ему, Кодя, вы меня любите. Почему вы мне об этом ничего не говорите? Что так сказать? Конечно. А я бы в жизни так не сказала. Ну уж ты, профессор, молчи. Ну, что ты понимаешь-то? Даже на балах танцуешь с девчонкой. Ну, что же. А мне как раз очень нравится, что Кодя такой серьезный. О, Господи. Вот уж не завидую твоему будущему ухажеру. Так будете ходить и говорить про политику? Вы будете. Прелестный флёрт, убиться можно. Молчи уж, Верка, права. Нет, а все-таки что бы ты ему сказал на Клавином месте? Да. Ну, я бы сказала. Девочки, до отбоя не выходите. Со мной будет. Промоют тебя, как дитю. Да ладно вам, братцы, дурака-то валять. Я же на работе. Послушайте, гражданка, мне некогда с вами в игрушки играть. Товарищ, наденьте противогаз. Оденьте противогаз. Да пойм... Ну ладно, черт с вами. Тащите. Умер. Известно, что ночью и за городом двойной тариф. Да. Двойной? Ой, всегда, если пропустишь этот последний трамвай потом. Товарищ, нельзя ли как-нибудь не так быстро, а? А то этот счетчик... Ну вот, здравствуйте. Я и так за вас 5 часов потерял. Ой, какой-то вы странный, товарищ. Причем уж тут я? Была тревога. И потом международное положение вообще сейчас такое... Спасибо, газеты читаю по утрам, а сейчас ночь. И, кстати, ведь будет война, нам придется воевать. А вы будете дома сидеть, с мамой.
Остановитесь! В чем дело? Я слезу. Золотого берега 6 километров. Все равно. Вы что, обиделись на меня? Нет. Ой, остановитесь, остановитесь, пожалуйста, а то у меня больше нет денег. Ну, сидите спокойно, а то вывалитесь. Товарищ, я вам серьезно говорю. Я вам серьезно говорю. Куда вы пойдете одна? Темно. Ну так что же, я ходила. Ходила. И дом будут беспокоиться. Вот уж нет, я живу одна. В Золотом берегу? Да. Скучно ведь, а? Почему это? Вот уж нет. Я здесь всю жизнь живу. Днем работаю, по вечерам учусь так, что мне некогда скучать. А где вы учитесь? На фельдшерских курсах. А работаете? Работаю. Работаю на почте. Какой? Вокзальный? Да. Мы там втроем работаем. Я, еще Клава, еще Вера. Подружки, значит? Ага. Подружки, милые мои. Подружки, милые мои. Подружки. Клава очень серьезная девочка такая, прям. А Вера красивая. А вы? Я? А я никакая. Как же вас зовут? Меня? Да. Маша. А что? Нет, ничего. А я Алеша. Алексей Соловьев. Вот и познакомились. Ой, звезда упала. Смотрите, какие сегодня звезды красивые, правда? Да, звезды здоровенные. Здоровенные. Вон Марс какой. Где? Вон. Он в два раза меньше Земли. И отсюда до него 250 миллионов километров. Ой, 250 миллионов километров? Серьезно, и может быть там живут люди. А это созвездие Андромеды. А откуда вы все это знаете, а? Ну вот, я же книги читаю. Я в технику научусь, инженером буду. А. Ой, я мало читаю. Не успеваю. Я вот Ленина только-только еще начала. А Маркса и вовсе не читал. Вы Маркса читали, а? Читал. Да? Ну и как? Любопытно, в общем. Он большая медведица. Ага, про медведицу я знаю. Скажите, а как вы решили инженером стать? Вы сразу решили, а? Конечно, не сразу. А я сразу. Я доктором буду. Ну, сразу. Сразу это чепуха. Сразу нельзя решить. Вот я. Кем я только не предполагал быть. Путешественником, и водолазом, и в стратосферу хотел лететь. Я даже одно время поэтом хотел стать, а потом плюнул. В общем, это чепуха, это легко. Скажите, а почему же вы все-таки решили стать инженером, а? Ну, потому что инженером это все-таки самое интересное. Тут еще что можно выдумать? Вот ракета. Почему до сих пор не выдумали межпланетную ракету? Надо выдумать. И надо, чтобы эту штуку мы выдумали. Тут еще черти, что можно выдумать? Верно. Да, это правда. Давайте еще поговорим. О чем? Да о чем хотите. Ну, о чем? Ну. Вы хотите, я вам свои стихи почитаю? Почитайте. Весна. А вам какие, веселые или грустные? Ну, сначала грустные. Грустные, ладно. Угу. Осень, дождь идет, и тихо все кругом. Листья падают, кружатся под дождем. Вдалеке блеск моря голубой.
серые туманы вьются надо мной. Ну как, еще? Очень хорошие стихи. Как ты? Свободен? Свободен. О, вот повезло. А то не трамвай, не троллейбус, не такси. Ну, прямо хоть на улице ночуй. На вокзал, товарищ. Маша, что ж мы так больше не увидимся? А я не знаю. Маша, а? Вот что. В субботу будьте на площади у театра под часами. 8:30. Давай, давай. Я возьму 2 билета в театр. Ладно? Ладно. Я с поезда. Сколько стоит? 5 рублей. А когда будет доставлено? Срочные мы доставляем в течение 2 часов. Следующий? Здравствуйте, дядя Вань. Москва, наркомат среднего машиностроения Сидорову. Апрельский план выполнен 83%. Опять 83%. Когда же 100-то будет, дядя Ваня? Чего там только ваши комсомольцы смотрят, честное слово? Эх, маяк, маяк. Следующий. Полопаю, говорите? Одесса, пищепром, груз отправлен на сжаре, обеспечить приемку транспорта. Одесса, пищепром, нет, он уже говорил. Кто ждет семьи? Кабина номер 2, пожалуйста. Балаклава, балаклава. Машка, волнуйся, чей тут 8-го. Балаклава. Будьте любезны, Влад. 2 рубля. Примите срочно. Давай, срочно. Закончен ремонт 20-го случая обеспечения своего материала. Примите. Будьте любезны, пожалуйста. Не танцуйте. Почему там без очереди? Задание заводу. Деньги перевел. Молим я. Все опаздываем. Я же с поезда. Все с поезда. Будьте любезны, гражданцы. Ты не толкай, не толкай, что за что мне милиционеры, что ли? Не должен дать такой. Ты в этих делах абсолютно ничего не понимаешь. Будь осторожна, я тебе говорю. Да почему я ничего не понимаешь? Он умный, начитанный парень, будущий выдающийся инженер. Выдающийся. Ой, девочки, если вы слышали, какие он мне стихи читал. Верка, стихи уже читал. Насту, тихонько. Ты что? 10 минут 9, девочки, я опоздаю. Маша, не опоздаешь, возьми свои нервы в руки. Верка, ну посмотри, ровно. Ровно. Девочки, а вы знаете, сколько километров до Марса? Ну? 250 миллионов. Это он тебе сказал? Угу. Не верь. Четверть 9, девочки, я... Машка! Честное слово. Господи, ну пусть подождет. Никогда не надо первой приходить на свидание. Дай-ка я тебе свой банк приколю. Вот, спасибо. Только будь осторожна, не потеряй. Угу. Готова. Так пройди. Подожди, Маша. На, у тебя мою сумочку. Только не махай, а то замок ослаб. Так пройди. Красота! Я всегда говорила, что у нас Машка просто хорошенькая. 9:20 я опоздала!
Паша, здравствуй. Ой, здравствуй, Сережа. Клава еще здесь? Клава ушла. А черт. А что случилось? Да Котька письмо просил передать. Сам боится их. Опять поругались? Ну, ясно. Сережа. Сережа, кстати, я вас хотела спросить. Скажите, у вас в гараже работает такой Алексей Соловьев? Работает. Сережа. Только не говорите никому, ладно? И Коте тоже. А что такое? Скажите, где я могу повидать этого Соловьева? Он мне очень нужен. А он болен, лежит. Болен? Угу. Ну, пока. Всего. А вот, в общежитии. Спасибо. Только он болен. Ага, я знаю. Кто это такой? Колёшки. Соловьёв. Профилактику надо чаще ставить. Вы к кому? Мне Алексея Соловьёва. Спасибо. Здрасте, товарищи. Здрасте. Здрасте. Здрасте, Алеша. Чш. Он спит. А вы что хотите? А я вот к нему пришла. Он болен. Ну а что с ним? Может, ему чем-нибудь помочь можно? А чем же можете помочь? Врач был, сказал, что вечером в больницу отправят. Вы бы шли, гражданочка. Вот выздоровеет. Тогда и ходите. Да вы не беспокойтесь. Мы за ним смотрим. Ну как же вы смотрите, товарищ? Вот и шумно у вас тут. Вот курите. А вы кто же ему будете? Я? А мы с ним друзья. А он как? Что-то он нам про такого друга не рассказывал. Это правда, правда? Вы... Свеча пробивай. Смейте свечу. Поскорее, поскорее. Алеша. Алеша. Ему очень плохо, товарищи. Алеша. Его нельзя тут оставлять. Его надо в больницу или в отдельное помещение. Алеша. Алеша. Здрасте, Алеша. Это кто? Это я. Это я, Маша. Помните? Какая Маша? Ну как же, Алеша, вы помните тот вечер? Мы с вами ехали. Вы мне еще про звезды рассказывали. Какие звезды? Меня зовут Маша. Я даже еще помню ваши стихи. Там как серые туманы вьются надо мной. Маша. Да-да-да-да-да. Маша, вы откуда? Как вы сюда попали? Я пришла. Что-то плохо мне, Маша. Это хорошо, что ты пришла. Ты не уходи. Я не уйду. Не уходи. Я не уйду, не уйду. Изучение соединений костей между собой составляет тот отдел анатомии, который называется синдесмология. Называется тот отдел анатомии. Маша, который... ты все сидишь? Угу. Сколько дней ты так сидишь? Много. Ты поспала. Я посплю, посплю. Синдесмология называется тот отдел анатомии, который изучает соединение. Ну вот что. Я тебе все наврал. Что наврал? Все. Что все? Ничего я такого особенного не читал. Готовился в технику. Гараж попал в прорыв. Стал вытаскивать, учебу бросил. Ты меня слышишь? Слышу. Вот у тебя почему-то выходит. Ты работаешь и учишься. По ночам что-то сидишь.
долбишь. Вот я никогда так не мог. Глуп, в общем. И наврал тебе зачем? Ты не волнуйся, спи. Только ты не уходи. Я не уйду. Не уходи. Ты знаешь, мне очень хорошо с тобой. Да я не уйду, не уйду. Маркс я тоже не читал. Ты слышишь? Слышу. У нас сегодня с Славкой прям сумасшедший день. На почте уйму народу, а посетам... Здравствуй, Маша. Здравствуй, Иванович. Комсомольское собрание. А потом поедет учеба. Здравствуй, Маша. Привет. Кодя, ведь сегодня же был наш Славка доклад о Чернышевском. Ну? Ой, Котик, ты знаешь, мы так волновались. Дядя Вась, вот как хорошо, что вас встретила. Могу вам долг отдать. Подержите-ка. Да будет вас, что спешить? Леша поправить сам отдам. Нет, нет, дядя Вась, это не Лешин долг, а мой. Подержите-ка. Знаете, это долг. Все, гостинцы носишь. Смотри, избалуешь парня. Он же больной, дядя Вася. Ну, гляди. Дядя Вася, вы подошли к нему. Здорово, дядя Вася. Жив? Да, теперь жив. А, на все-таки выходил у тебя, Маш? Выходила. Так. Ну, а когда свадьба? Какая свадьба? Ой, хитрый. Ну, мы тоже хитрые. Будем на свадьбу плясать. Ты вот что, смотри, где-нибудь не ляпни. А то еще ляпнешь где-нибудь, Маша узнает, совсем будет ерунда. А то она не знает. Пойми, голова, что у нас совсем другие отношения. Окей, что у вас отношения? Маша очень хорошая девушка, чудесная. Да причем тут свадьба? Мы совсем не собираемся жениться. А как же? Вот, а так же. Я вовсе в нее не влюблен, и она в меня не влюблена. Мы просто очень хорошие друзья. Вот она как. Жаль. Ну, да и так-то, конечно. Да-да, можно. Ну, выздоравливай. На днях далеко, понял? Выходи, если хотите. А знаешь, Маш, тебя все очень любят у нас. Да? Да, и вот дядя Вась тоже сидел, все про тебя бубнил. Что же он говорил? Да чушь, конечно. Но тоже любит тебя. Кэт, сбрось. Я домой. Как домой? Так рано? Угу. Мне нужно идти, Алеш. Ну вот. А я хотел с тобой поговорить. Поговорить? О чем? Об очень важном, что касается нас обоих. Обоих? У меня есть тебе предложение. Дай слово, что согласишься. Какое предложение? Нет, дай раньше слово. Ну, хорошо. Вот что. Я твердо решил учиться по-настоящему на инженера. Понятно? Что ты на меня так смотришь? Потому что я не смогу, как ты, и работать, и учиться. Ну, милый мой, ты меня плохо знаешь. Так знаешь, Машенька, давай на первых порах вместе заниматься. Ты знаешь, я за последнее время понял одну штуку. Нельзя мотаться. Надо в жизни найти какую-нибудь одну точку и долбить, долбить, пока не добьешься. Или уж башку разбей, или добейся, понятно? Вот как же, Маша, согласна? Ну, хорошо. Здравствуйте, дядя Вася. А, Клавдия Тимофеевна. Котики здесь нету? Нету. Дядя Вася, милый, только ты не говори, что я здесь была, ладно? Ладно. Передай котике эту записку. Что? Опять поссорились? Да нет. Чуть-чуть. Молодцы. Дядя Вась, только... Ну, вот ведь как в могиле. Ну, я пошла. До свидания. Кстати, склоняйся, Маша. Спасибо. Что, я не видел нигде? А я не знаю. Может, случилось что? Нет, это секрет. Стоп. Какой секрет?
Да ну, дядя Вась, ну просто так. Ну, говори, говори, говори. Да она, дурёха, стесняется. У нее ботинки прохудились. Ну? Ну, ведь за время Алёшкиной болезни она ведь почти все вещи продала. Так, 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 ну. Здоровьте! А, Лёшка, а ты-то мне и нужен. Дядя Вася, только Алёшке смотри ни слова. Ты знаешь мои установки. Машку знает, обоим нам голову оторвёт. Могила? Алёша, а я торопилась, думала, ты уже здесь. Здравствуй. Здравствуй. Скажи, пожалуйста, где твои новые туфли? Какие туфли? А где твоя желтая кофточка? Какая кофточка? А я ее, это самое, одолжила девушкам. Врешь. Я теперь все знаю. Пока я болел, ты из-за меня все свои вещи распродала. Вот где твои вещи? Вот смотри, чулки, штопанные, перештопанные. Почему это? Совсем еще хорошие чулки. Ну говори, кому ты должна? Я никому не должна. Маша? Я никому не должна. Машка, ну зачем ты мне врешь? Скажи, ты мне друг? Ну? Ну, так зачем ты меня обманываешь? Ну говори, кому ты должна? Ну, в кассу взаимопомощи должна. Вот видишь? И сюда. Ну? А вот пока держи 100 рублей, через месяц-полтора привезу остальные. А почему это привезу? Ты что, уезжаешь? Ага. Куда это? Тут в одно место. Какое место? О чем ты говоришь, Олег? Курорт, на лето. Поленцев, мой приятель, зовет меня с собой. Там, понимаешь, линии выгодные, шоферы большие деньги зарабатывают. Позволь, позволь. Я ничего не понимаю. У тебя же скоро экзамены. Ну, есть вещи поважнее экзаменов, а книги я собираю с собой. Алёша, оставь книги. Ты никуда не поедешь. Ну, здравствуйте, конечно, поеду. Я уже с управлением договорился. Чудачка, ты пойми. Я никогда не пойму человека, который 20 раз меняет свои решения. Бросить все из-за какой-то ерунды, из-за каких-то денег. Хватит, Маша. Я решил ехать и поеду. Ну и, пожалуйста, езжай. Ну и поеду. Ну и езжай, езжай. Ну и поеду, поеду. Ну, езжай. Только забери отсюда свои дурацкие деньги. Дура. Вот вы говорите дружба. Вот Алёша всегда меня ругал. Собрание там против меня шел. А я не сержу. Да мне плевать. А раз парень в беду попал, он задолжал. Ты красишь, мы его бросим? Я же не бросил. Алёшка, поедешь с нами, хорошие денежки заработаешь. Ну, а там еще пододвинем, правильно? Правильно. Ну, давайте выпьем. Эх, Лёшка, мировой же ты парень, но задавал. Заносишься. Бывало, идешь ты своей учительщей, рожа постная, портфель побежит. Пусть глядеть тоже. Ладно. Когда едем? Зачем ты сюда пришла? Уходи, Маша, пожалуйста, уходи. Алёш, куда? Милости просим к столу и даму просим. Поленцев очень рад. Ой, да я ж только на минуточку. Ну, почему на минуточку? В приятной компании не грех и часов посидеть. Вы что пьете, шампанское или вот? Ой, нет, спасибо, я не пью. Ну что? Ну, пиво. Пиво? Ну, пиво, пожалуйста. А ну, давай. Прошу. Алёша, а ты раньше с нами не будешь?
Нет, 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 пить до дна. Пить до дна, 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 пить. Браво, говорили, не пьющие. Уж очень горько. Много слыхала вас. Вы, говорят, с Алешкой географию изучаете. Он ведь к экзамену готовится, знаете? И что же, у вас до этого уже много учеников было? Или вы с первым с ним занимались? Ой, да ведь я же вообще не учительница. А, значит, по добровольной склонности. Так, так, так. И много вы так занимаетесь? Много. Вы знаете, иногда даже до поздней ночи прям прихожу. И что же это значит, даже? Ну, знаешь. Пойдем. Голубки, голубки, Роман и Жульетта. Порядок. Порядок. Алеша, Алеша, ты как думаешь, я им понравилась, а? Понравилась. Они все такие веселые. Вот и Борец тоже, видно, веселый. Он сукин сын. А? Сукин сын он, мерзавец. Веселый. Правда? Знаешь, вот мне тоже так показалось. Только я очень боялась тебе об этом сказать. Боялась. Чудачка ты, Машка. Алеша, ты знаешь, вот когда ты ушел сегодня, мне стало так грустно, грустно. Даже хотелось плакать. Я, конечно, не плакала, но было очень грустно. Не надо с ними ехать, Алеша. Вот я подработаю вечерами и отдам долги. Кто это отдаст? Ты? Я буду работать. День и ночь буду работать. Понятно тебе? Ну, хорошо. Ну, чего ж ты сидишь тут? Смотрите, какой сердитый. Тебе не холодно? Нет. Ну, ладно, холодно. Ага. Эх ты, Машка моя дорогая. Вообще, видно, Машка ничего в жизни даром не дается. Надо черт сколько работать, чтобы чего-нибудь добиться. Все трудно. Нет, это только начинает трудно. А потом уже, когда втянешься, ну, трудно, конечно, но легко. А знаешь, все-таки, наверное, самая большая радость в жизни, это когда преодолеешь какую-нибудь самую большущую трудность. Я... Вот послушай стихи. Я планов наших люблю громады, размаха шаги сожжения. Я радуюсь маршу, которым идем, работу и сражения. Алеша, какие хорошие стихи. Твои, да? Нет, это Маяковского. Но все равно хорошие стихи. Угу. В работу. И в сражение. Хорошие стихи. Ага. Тревога. Пошли. Как часто стали тревоги? Да, третий раз за два дня. Ой, волнение у нас сейчас на пункте. Все что-нибудь прибежали, надели халаты. И доктор уже пришел. Как жалко, что я сегодня не дежурю. Машка, милая ты моя, если бы ты знала, какая ты чудесная девушка. Я, да что ты, Алеша, я же некрасивая. Ты чудесная. Сегодня, когда ты меня ругала, у тебя нос был какой-то такой курносый, сердитый. Ой, нос сердитый, ты совсем пьяный, Алеша. Погоди, Маша, не дурайся, это очень серьезно. Я люблю тебя, понимаешь? Не надо, не надо, Алеша. Ой, как это не надо. Ну почему, Маша, почему? Ведь ты же не любишь меня, Алеша. Люблю, глупенькая. Как бы я хотела, чтобы ты меня любил. Ну, Машка, родная, ну это же так. Так. Не знаю. Ну, как хочешь.
Алеша. Алеша, ну ты не сердись. Вот когда я буду знать, что ты совсем-совсем мой, я тебя поцелую. Честное слово. Клава, смотри, чтобы не убежала. Посоли. Ты режь огурцы, я буду резать. Ну что, прибыл? Прибыл. Срезался. Выдержал. А, значит, по всему случаю бал. Бал. Здорово, студент. Дядя Давай, Вася. Лапу. Ну-ка. Хорошо. Котик, где же скатерть? Есть, Клавочка. Осторожнее. Машенька, иди сюда на минуту. Ладно тебе. Хорош, дядя Вася, хорош. Да бросьте тарелку развозить. Ну, да подожди. Стой здесь. Зажмурься. Зачем? Зажмурься, тебе говорю. Да. Готово? Ой, какие туфли. Ты надень, а то, может, не годятся. Ой, какие туфли. Какие замечательные туфли, Алёша. Ну, пройдись, пройдись. Пройдись, пройдись. А как, не жмёт? Никак не жмёт. Алеша, а как же ты вспомнил, а? Вот видишь, вспомнил. Если бы только знал, как мне это приятно. Алешка, я сегодня ужасно счастлива. Ну, хорошо. Товарищи, товарищи, я предлагаю этот тост за самую хорошую, самую милую, самую замечательную... Лешка, Лешка, не смей, не смей. Про Машу я буду говорить. Дорогие товарищи! Годи, сядь, не смей. Товарищ, он абсолютно не умеет говорить речи. Ну, погоди, Клава, ну дай мне сказать. Я подготовился. Товарищи, я подготовился. Говори, говори. Ну-ка. Дорогие товарищи! Ой, Верка! 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 Наша Верка пришла! Наконец-то беру тебя! Товарищи, вот познакомьтесь, пожалуйста, это наша Верочка. А вот сюда. А, ну садись, садись сюда, на мое место, Лешка. А ты как же? Ну, я же все равно бегаю. Здравствуйте. Лерочка, познакомься, это Алеша. Здравствуйте. Здравствуйте. Так вот тут какой этот загадочный Алеша. А какой? Привет, ничего. А вы знаете, я вас себе именно таким представляла. Да? Да. А я вас нет. Ты что ж, я оказалась хуже. Да вроде нет. Да вроде нет. Не очень-то вы любезны. Ну, здравствуйте. Алеша, почему же Вера ничего не кушает? Ты совсем за ней не ухаживаешь. А он не умеет ухаживать. Или не хочет? Ну, почему не хочу? Вот вам салат. Вот вам... Салат очень вкусный. Дорогие мои товарищи, разрешите мне все сказать речь. Хочешь, речи потом. Давайте лучше сказать. Машенька, а ты почему танцуешь? А я еще успею. Это тоже не дело. Мы тут посуду таскаем, а Алешка там танцует. Ничего, мы его тарелки не заставим. Машка, ты ничего не заметил? Что такое? Поздравляю. Ну ты что, слепая? В чем дело, Клава? Ну так вот, можешь себя поздравить. Ну, пойди посмотри. Thank you.
знаешь. Да брось ты свои тарелки. Иди сюда, я тебе речь скажу. Опять речь? Не надо речи. Давайте лучше танцевать, веселиться. Давай. Нет, не хочу танцевать. Давайте лучше играть в жмурки. Давайте. Давайте. Ну, жмурки так жмурки. Нет, погодите. Давайте лучше фанты. Серьезное мнение. Товарищи, Вера, Алеша, хотите с нами играть в мнение? В мнение? Давайте. Мы с Алешей уходим, а вы о нас мнение собираете. Ну и чудесно. Ваня, собирай мнение. Я знаю, отлично знаю. Вы ни на кого, кроме Маши, не обращаете внимания. Вообще, другие девушки для вас не существуют. Ну, а что, разве это плохо? Не плохо, а скучно. Маша хорошая девушка, но сухарь. Скажите, правда, вы хоть раз не поцеловали? Нет. Врете? Да вы и сами, наверное, целоваться не умеете. И вообще какой-то неотесный. Лохматый какой. Хотите, я спрячу? Спрячу. Вот теперь вы хорошенький. Теперь вы мне нравитесь. Машенька, ваше мнение? Друг и подруга. Готово! Уже можно! Да ну его к черту это мнение! Дядь Вась, наливайте бокал, я сейчас речь скажу. Ну, где вы там пропадаете, ей-богу? Я начинаю свою речь. Клавка, не смей перебивать раз и навсегда. Дорогие товарищи, вот перед вами чудесная девушка. Зовут ее Маша. А вот Алеша. Сейчас я вам открою один секрет. Она влюблена в Алешу, а Алешка влюблен в нее. Отстань. Вот так доклад. Да ты погоди, они любят друг друга без памяти. Они мои друзья, я их люблю обоих. Пускай они поженятся, пожелаем им счастья. Ничего, в общем, хорошо. Вот комсорга мне. Я знаю, слыхала. Как ты поживаешь? Как Кодя? Хорошо. Ты знаешь, мы теперь вместе. Я слыхала. Котика очень хороший. Котика очень хороший. Ну, а как остальные? Кто? Ну? Вера, Алеша. Как они? Да никак. Ты же знаешь, Алеша уехал. Уехал? Да. Куда? Уехал учиться. Вот как. Ну, а Вера? Что Вера? Вера как Вера. Ты же знаешь Веру? Машка, Машка, ну, все-таки ты тогда начудила. Ну, мало ли что бывает. Но Лешка сглупил, слегка мысленничал. Но любил-то он все-таки ведь тебя. Не знаю. Нет.
Нет, Клавочка. Когда любишь человека, и так хочется, чтобы ему было хорошо. Все, кажется, готово сделать для этого. А если нет этого желания, тогда это не любовь. Листья падают, кружатся под дождем. Ну, Клавенька, я пойду. А то я на курсы опаздываю. Машка, как учеба? Ничего, продвигается. Наш выпуск ведь ускоренный, сама знаешь, время тревожное. Думаешь, война все-таки будет? Думаю, да. Машка, ну ты бы зашла к нам, а? Мы бы с Котей были очень рады. А я зайду. Вот там зачет и зайду. Ну, пока. Ночи группа финских солдат снова нарушила границу СССР. На ноту, врученную нашим полпредом финляндскому правительству, удовлетворительного ответа не последовало. Поэтому советское правительство пришло к выводу, что оно больше не может поддерживать нормальных отношений с правительством Финляндии и потому признало необходимым отозвать своих политических и хозяйственных... Девочки... Это война. Сины в атаку пойдут, сегодня третий раз отбивают. Я не сплю. Он гляди на небо. Звезды какие.
красиво. Вон Марс. А вон созвездие Андромеды. А ты откуда это знаешь? Да вот знаю. Спасибо, вот вам. Простите. Осторожно. Маша! Алеша! Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, Алеша. Ну что ж мы стоим? Давайте сядь вот туда. Давайте. Ну, рассказывайте, что вы, где вы, откуда вы? Ну что же я? Я с фронта, работаю фельдшером. Фельдшером? Угу. Синдисмологией называется тот отдел анатомии, который... Еще помните? Ну как же. Эх, Маша, Маша, вот не думал вас тут встретить. А помните наш городок? Общежитие? Конечно, помню. Смешное было время. А помните, как мы с вами познакомились? Приехали на Золотой берег, долго стояли. Вы мне еще какие-то стихи читали. Да, чушь какую читал. Плохие были стихи. Разве? Не знаю. А тогда они мне казались хорошими. Ну, а как вы? Вы танкист? Да. Я в 14-й. Угу. Подраивал, был ранен. Вы были ранены? А теперь отправляют в отпуск на 12 дней. Во, здорово. Подумайте, целых 12 дней. Здорово. А вы надолго сюда? Нет, на рассвете обратно на фронт. Маша, вот мы опять встретились. Знаете, я так много хотел вам сказать. Маша Степанова! Слышу, Маша Степанова тут. О, здорово! 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 Ты как сюда попал? Я на базу за медикаментами, а вы куда? А мы на Выборгской. На Выборгской? Да. Ну, я тоже туда скоро. Ну, значит, без передыха, а? Без передыха. Давай. Ну, приезжай, Маша, а то мы без тебя пропадем. Да, смейтесь. А кто вам письма до подарки привозил, а? Ты. Ты привозила. Ну, пока, увидимся. До свидания. Счастливо. Однако у вас много друзей. А как же, это же все наши. Я с ними под Ильвесом в окружение попала. А. Значит, в Ленинград, Алеша? Да, в Ленинград. Какой чудесный город. Походите там по театрам, по музеям. Выспитесь как следует. Устали вы, Маша? Устали? Нет. Не очень. Трудно. Алеш, помните, как-то вечером мы шли с вами?
Вы мне сказали тогда одну фразу. Я ее часто теперь вспоминаю. Вы мне сказали, что, вероятно, самая большая радость в жизни бывает, когда преодолеешь какую-нибудь самую огромную трудность. И вы знаете, это правда. Это именно так. Да, это, конечно, так. И ваша машина на Ленинград. Кто здесь из районных отпускников? Ваша машина, Алеша. До свидания. До свидания. Значит, завтра обратно на фронт? Какое завтра? Уже сегодня. До свидания. Маша, что же мы так никогда и не встретимся? Почему не встретимся? Вот видите, танкист. Был ранен под Райволой. Находился на излечении в лазарете. Направляюсь в 12-дневный отпуск. Как? Желаю прервать отпуск и вернуться в часть. Ваши документы. Ранение в плечо? Да. Обратно в танковую часть я вас направить не могу. Прошите пехоту. Две ночи не спал. Понятно. Маша, спи. Огонь!
Ну, юбка. Да. Сейчас, скорее всего, пойдем в атаку. Как звать? Михаил. Так, ну держи, тебе письмо. Второго марта. 11 дней гуляй. Да это не мне письмо. Это какой-то Маша. Как Маша? Так вот Маша. А ну читай, читай. Да как же я буду читать чужое письмо-то? Неловко. Вот, чудаки. А может, здесь что-нибудь важное? Вон оно. 11 дней валяется. Чего ж тут стесняться? Дело фронтовое. Может, кто увидит, расскажет. Ну, конечно. Дорогая Маша, много месяцев я хотел тебя встретить. А когда, наконец, встретил, то так ничего и не сказал. Маша, в тот вечер, когда мы расстались, я, как мальчишка, решил бросить все, уехать, забыть тебя. Но я не забыл тебя. Я многое передумал за это время,
Я понял, что встреча с такой девушкой, как ты, огромное счастье в жизни. И это счастье надо уметь сберечь. Я не сберег. Маша, мы уже не дети. Мы знаем, что скоро наступит время, когда будет решаться судьба всего мира. И эту судьбу будем решать мы. Ты, я, другие такие же, как мы. Перед нами суровая боевая жизнь. И если в этой жизни тебе будет когда-нибудь трудно, я приду к тебе, где бы я ни находился. Твой Алексей Соловьев. Да. Надо бы, братцы, все-таки эту Машу найти. Да. Чепуха, это уже давно зажил. Машка. Родная ты моя. Любимая ты моя. Машенька. Что? Я найду тебя, слышишь?